годы Второй мировой войны с 1942 по 1945 между Фэрбанксом и Красноярском проходила авиатрасса «Аляска-Сибирь». Одними из первых на территории Советского Союза для летчиков, перегонявших ленд-лизовские самолеты, были аэродромы и взлетно-посадочные полосы Магаданской области и в поселках Симчан и Берелех. Более 8 тысяч американских самолетов позволили сформировать 250 авиаполков. Были перевезены свыше 18 тысяч тонн различных грузов. Трасса использовалась и как международная пассажирская авиалиния. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице Колымы открыли памятник летчикам-героям Алсиба. Мемориал посвящен подвигу личного состава 1-й перегонной краснознаменной авиадивизии воздушной трассы «Аляска-Сибирь». Идея монумента – увековечить память о советско-американской дружбе в те грозные годы. Поэтому в памятнике присутствуют фигуры двух летчиков, а если они летчики, значит крыло. Монумент создан на народные деньги. Средства были собраны через фонд социального партнерства города. Деньги пожертвовали российские и зарубежные граждане, частные лица, общественные организации и учреждения. Авторы памятника – народный художник Российской Федерации Андрей Ковальчук и заслуженный художник Российской Федерации Константин Кузьминых. В этом году наша страна вспоминает 80-летие начала Великой Отечественной войны. Для Соединенных Штатов Америки 1941 год тоже знаменателен. Ваши соотечественники вступили во Вторую мировую войну после нападения японцев на Перл-Харбор. Хроника той войны – это история сотрудничества двух наших держав – СССР и США, боевого братства и взаимопомощи. Значение вклада советских и американских пилотов в победу в Великой Отечественной войне велико. По авиатрассе «Аляска-Сибирь» по ленд-лизу из США доставляли на фронт самолеты американского производства через Аляску, Магаданскую область, Чукотку. По воздушному мосту перемещались дипломаты, военные специалисты, послы СССР в США. В городе Фэрбэнксе, откуда самолеты отправлялись на фронт, стоит памятник летчикам советскому и американскому. В прошлом году, в день 75-летия Великой Победы в Магадане, в знак героизма воинов, мы торжественно открыли у нас подобный мемориал. От всей души поздравляю вас с памятными датами. Желаю всем мира, согласия и здоровья.